Да, ну какой размен идет в концовке. И вот нас чуть бы ниже. Уже вычисляет, Юра, вычисляет. Да, вот, я... вот, еще, еще. Надо дорабатывать. Ах, нет. А, гонг помешал. Отличный бой, великолепный бой. Мирового, европейского, понятно, но даже мирового уровня, конечно. Да, отличная защита титула. Да, вот такая отличная, вот защита титула запоминается и входит, даже не побоюсь этого слова, да, в историю. Да, конечно. И, конечно, аплодисменты, отдельные аплодисменты Степана Дзофу, конечно. В возрасте 41 года такой показывать бокс, такой показывать темп, это, конечно, ну просто уму непостижимо. Да, вот мы видим, эта серия, ну, казалось бы, что еще надо сделать Юрию Романову, чтобы добиться нокаута? Ну, не знаю я просто. Что угодно, но не Степан Отзов. Да, посмотрите, как Степан Отзов в концовке 12-раундового боя с Юрием Романовым, пропустив столько ударов, как он свеж. Да, свеж, даже подпрыгивает, да. Эмоционально заряжен. Вот итальянец говорил о том, что он напомнит себя прошлого, он себя напомнил, да, тех чемпионских лет. Но Юра Романов, конечно, молодец. То есть он не позволил усомниться. При всем при том, при всех наших комплиментах Дзофу, вы понимаете, что Юра Романов не позволил ни на секунду усомниться в своем превосходстве и в том, что он владеет этим титулом чемпиона по праву. Я думаю, и сам итальянец, при всем при том, что доволен он проведенным, естественно, доволен блестящим своим поединком, это тоже понимает Юрий Романов. Я не думаю, что он ждет решения судей с какой-то внутренней дрожью и трепетом. Но защита удалась, в полном этого смысле слова, удалась, и удалось шоу на телеканале РТР, которое, напомним, подготовлено было с помощью съемочной бригады столичного телевидения. Дамы и господа, поприветствуем обоих боксеров на настоящий бой на Лига. Итак, дамы и господа, в этом поединке победу по очкам единогласным решением судей одержал Юрий Романов! Да, поздравляем Юру Романова. Бой, да, но бой был не из легких. Не из легких. Но был выигран. Супервайзер, да, несомненно, конечно, несомненно. Президент Европейского боксерского союза Боб Ладжист и мисс WBC Оксана Семенишина. Ну что ж, на этом вечер большого профессионального бокса на телеканале «Россия» не заканчивается. Буквально через полчаса Магомед Аримгаджиев вступит в борьбу за титул чемпиона СНГ и славянских стран с россиянином Артемом Вычкиным. Так что обязательно вернитесь и посмотрите этот поединок. Также крайне интересный и захватывающий. А мы еще раз поздравляем Юрия Романова с этой блестящей победой. И прощаемся с вами. Но ненадолго. До свидания, до скорой встречи.